Лучше Мики, и сегодня мы поиграем в игру. Так, служба SQNs недоступна. Повторить попытку позже. Окей. Это у нас игруля под названием Thief, то есть War. Как я и говорил, это у нас War 2014 года. Режим испытаний есть, загрузка, новая игра. Давайте новая игра, бенчмарк. Новая игра, посмотрим, что у нас здесь. Сложности. У нас есть 4 сложности. Плут. Легкая прогулка для занятых воров, которые хотят красть и продвигаться по сюжету без труда. Враги слабые, не очень наблюдательные. Изобилие. Так, дешевых ресурсов. Ну, типа, изобилие, то есть большое количество. Так, вор. Нормальный баланс для вора, который не проще рискнуть ради награды, но при этом знают меры. Враги внимательны и хорошо подготовлены. Достаточное количество ресурсов по доступным ценам. Может, имеется в виду изобилие, то есть очень маленькое количество. Подождите, может, я что-то туплю? Мастер. Суровый выбор для серьезных воров. Считается, что вся жизнь — это испытание. Враги очень сильные, убивают и оглушают гражданских нельзя. Ресурсы и улучшения стоят дороже. Концентрация расходуется значительно быстрее. Скорее всего, тот глаз, который у нас светится на заднем фоне. А, смотрите, а у нас и внешность меняется. Типа, здесь хорошо его видно, здесь слабо, здесь так. Здесь вообще его не видно. Особые персональные настройки для воров, которые любят все детали делать по-своему. Настройки уровня сложности по ряду параметров. Так, зарабатываем на очки и отмечайтесь в списке лидеров. Давайте, наверное, вора просто возьмем, да, самый обычный. Да и все. Вы сможете изменить уровень сложности после того, как начнете игру. Хотите продолжить, да? Окей, совет. По завершению главы вы получаете награду, в зависимости от стиля прохождения. Ну, то есть, имеется в виду, сколько меня распалили, да, сколько я всего награбил. И все в таком духе. Посмотрим, что по графону, может, я его сейчас еще и улучшу. Игруля должна быть на русском, по идее. Этот город научил меня одному. Все имеет свою цену. Секреты, репутация, жизнь. Доверие? Нет, доверие — это слишком дорого. Субтитры нужно подробить. Для меня это все не так важно. В конце концов, когда я вообще за что-нибудь платил? Окей, у нас стабильно показывают 60 FPS. Ну, я в основном игры снимаю на 29,9 FPS. Потому что оно, во-первых, не так много жрет. Во-вторых, я везде так снимаю, если взять тут же OBS. Так, давайте немножечко настройки. Звук. Громкость хорошо, русский. Так, программное обеспечение. Субтитры включить. Вот, хорошо. Так, мышь и клавиатура. Подождите, ну... В принципе, я думаю, немножечко можно подать, так сказать, скорости. Хотя нет, давайте, наверное, вернусь. Мышь, клавиатура. А если наоборот вот так сделать? Слабенько, хорошо. Мышь, клавиатура. Вот так. Ох ты, нихера себе, у нас ноги видны. Ну, мне хочется, знаете, просто резкое движение. Ну, такое, ну такое. Ладно, мышь, клавиатура, что у нас еще было? Так, 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 настройки клавиатуры. Ладно, с этим потом разберемся, если будет что-то не так, как надо. Го, ладно, немножечко на единичку вот так подкручу. Звуки, игра, интерфейс. Режим концентрации включен, подсказы, так, навигация, не надо, подсказы взаимодействия, пускай. Маркер контроль точек, значки угроз, шкала здоровья врага, мини-карта, вращение мини-карты, подсвет объектов, подсвет добычи, помощь при взломе, помощь при осмотре
Рамы, обновление локации, шкала здоровья, шкала концентрации. Давайте я сейчас посмотрю, как так будет. Если что, мы вырубим подсветку добычи. Так, экран. Полный экран, эксклюзив. Это у нас только 60, кажется. Двойной буфер, хорошо. Стерео, стерео назад. Графика. Яркость. Давайте вот так, да? Так, предустановка нормальная. Качество текстур очень высокое. Качество фильтрации. Давайте X8. Качество теней, отражение. Так, высокое качество глубины резкости. Так, C у нас присаживаться. Давайте я немного сразу в управление зайду. Да, как бы 5 минут уже, а мы занимаемся фигней. Подожди. Краса, контур. Окей, привыкнем, думаю. Я хочу, чтобы у нас графон был хороший с вами. Давайте еще повышу немного. Так, игра интерфейс. Подождите, сильно подсвечиваются предметы? Но они... Я не хочу, чтобы они так мерцали. Ладно, я выключу это мерцание. Игра интерфейса. Шкала здоровья, мини-карта, вращение мини-карты. Уведомления. Камень света. Подсветка объектов. Выключить. Помощь при взломе. Ладно, вот эти я оставлю, то что я не знаю, что это. По идее, как-то так. Давайте посмотрим по... У нас что сейчас? У нас, в принципе, ночь. У нас темно. Может, давайте еще немножечко сделаю потускнее. Графоний. Ну, где-то так, чтобы чувствовалась атмосферка от темноты этой. Только у меня немножко FPS присел. Ну как, он стабильный, но... Ладно, давайте на первое время пока что поставлю подсветку, так уж быть. Карманные часы, кошелек, флакон духов. А, подождите, у тебя может быть шкатулки какие-то. Неважно. Так, картину можно, да, стащить. Медальон. Пока что очищаем парнишу. Золотой подсвечник. А ну-ка, давайте я сейчас выключу полностью свет везде и посмотрим, как оно будет именно. Слишком много света. Так будет уютнее. Ну, в принципе, без света. Ну сейчас, блин, ночь, я не знаю, ну там, там же светит солнце. Да, сейчас восход получается.
удерживайте. Просто закликал. Закликал. Так, мост Олдейла. Чердак. Так, резкое движение пугает птиц. И те начинают кричать. Так, поднимает тревогу. Кто-то очень любит птиц. А мне больше нравится та картина. Надо ее проверить. Так, двигайте мышью. Так, нажмите Е, чтобы использовать. А как, подожди, ты нашел? Не, как-то очень сложно, я думаю, слушать. Давайте еще поставлю графоний. Ну, слушайте. Чего на самом деле я не вижу разницы. Хотя в два раза. По идее, оно должно было улучшить. Давайте пускай будет по умолчанию. Больше FPS. Декольте. Что за? Не зря говорят, что крыша – дорога воров. Надеюсь, это не так, о ком я думаю. F1. Прогресс игрока. Главы пройдены разными способами. Фантом, Портуин, Хищник, трофеи. Всего в игре 81 трофей. Уникальная добыча. А, подожди, уникальная добыча, это имеется в виду это, да? Коллекция уникальных трофеев, которая цена Гаретера больше, чем ее все в золоте. Вес в золоте. Допустим. Блестящее колье. Ну, почти декольте, ладно. Забытый сувенир. Так, сувенир временем. Бурная молодость леди Кристины. До того несчастного случая, после которого она стала одержима заботой о больших птицах. Больных птицах. Ну слушайте, оно красивое. О, мы можем еще вращать. Закрыть журнал. Так, дорога вора. Ну, на самом деле, если смотреть, что игра 2014 года, ну. Вот я вышел в городе, было 30. Нажмите, чтобы взять канатную стрелу. Так, удержите, чтобы натянуть тетиву. Отпустите, чтобы выпулить. Ай, чтобы наблюдать. И чё? Ты мне предлагаешь спрыгнуть? Нажмите, чтобы прыгнуть, и схватитесь за канат. Удержите вы, чтобы подниматься по канату. Чтобы спрыгнуть с каната. Он очень медленно и не очень... Отличные сапожки. Это чтобы громче топать? А как бы ты еще узнал, что это я? Басса тебе сказал, что мы с тобой оба идем на это дело. Почему так тихо? Ну я же показался. Как ты думаешь? А ты совсем не изменился. Почему так тихо? Как в старые добрые времена. Почему он так орет? Как будто... Ладно.
О, вот здесь уже да. А здесь только что было два фрейма. Добрался? Отлично. Ты выбрала этот путь, потому что он короче, или потому что он веселее? Думаю, и то, и другое. Пошли, принесем Басу его долю. 2% было. Так, камень света. А камень света, расположенный в нижней левой углу экрана, показывает, скрывает ли вас тень. Если он темный, то вас трудно заметить. Окей. Так, новое. Достигните места назначения. Лучезарная моя. Я разведаю обстановку. Сам знаешь, я люблю быть первой. А, то есть... Найс, найс, найс. Текстура блестящая. Ой. Здорово, кошелек. Ой, там тоже что-то есть. А вот так бы я не заметил, на самом деле, без подсветки. Тут я не пройду. Вот звуковые эти громкие. Нельзя оставлять телегу. Это же фестиваль. Все воры валяются в кабаках под столами. Стражники тоже наберутся. Опять торговаться из-за штрафа с пьяных стражей. Хоп. Ладненько. Знаете, вот идете по улице, такие везде кошельки валяются, да? Может, все-таки свет сделать посветлее? Как-то очень темно, не думаете? Или нормально? Дорога воров. Та иду, я иду. Я сама его сделала. Уверен, что стража оценит. Теперь они нас точно услышат. Пусть сначала догонят. Не забывай смотреть по сторонам. Я пришла не красотами любоваться. Я пришла за добычей. Оп. Ты ведь еще воруешь, да? Я воровал, когда ты еще училась ходить. Узнаю старого Гарда. Как насчет дружеского пари? Посмотрим, кто украдет больше. Без Б. Ну, в первое впечатление. Ну, в первое впечатление о игре. Ну, может быть, для этого года качество и нормальное. Начало, допустим, немножечко. Смотри, меня. Эх, мы с тобой и весь город наш. Почему мы не работаем вместе? Вот типа сейчас она далеко была, но она слышалась нормально. А то бывает она хер знает где, но ее слышно плохо. Что за фигня? Хер поймешь. Ножнички. Пусто. А вот заметьте, ящики не подсвечиваются. Мне не рады. Лучше не привлекать внимание. А мне много где не рады. Блин, нужно будет с Карим поиграть еще. Но это очень долгая игра, поэтому фиг его знает. Так, в этом районе трудно хранить секреты. Новый документ. Чернильница. Так. Мне просто мышка как-то со звуком двигалась. Так, вот, на всякий случай. Надо, чтобы они хотя бы сделали эффект, как он хотя бы это нашел.
А то он, знаете, сразу рукой тянется туда хотя бы. О, колечко. 6 гралей. Да, далеко пойдет. В принципе, и все блутал. Я бы вот это еще забрал, чайник. Мне его чуть не дают. Нам не интересно брачные игры там, которые происходят. Го, я сейчас нажму F1 и посмотрим документы. Это типа карта. Игровой процесс, ресурсы. Так, канатная стрела. При попадании в подходящую поверхность из древа, стрелы будут выброшены длинная, так, веревка, по которой можно забраться наверх или спуститься вниз. Окей. Назад. Предметы неизвестно. Статистика имеется в виду общая, да? Да. А, трофеи, документы. 215 документов? Ух ты ж, ё-моё. Так, пролог. Дневник подсматривающего. Так, дневник подсматривающего. Мадам Цветы. Отношения со стражником продолжаются. Мужа все еще нет. Написать анонимное письмо. Мистер снял квартиру напротив. На нижнем этаже сейф в стене, слева от лестницы. В его руках вечно мелькает что-то ценное. Но я не вижу, где он это прячет. Я знал, что он... простой тип. Подожди. На нижнем этаже сейф в стене. А, окей, подождите, это получается, где мы сейчас, да? Так, Паксман. Несколько дней ничего... скончался. Родственника, видно, не было. Что с наследницей? С наследством. Что с наследством? Короче, ясненько. У нас еще в каждом, получится, уровне будут документы, которые можно найти. Либо вообще нихера не найти. Ничего себе. У нас та карта работает. Ну, слушайте, в принципе, карта... ну, такая. Ладно. Нужно, чтобы ее сделали немного было, хотя бы поменьше. Она огромная. Птичка ж может спалить. Она огромная в том плане. Вот в том, что ничего нету. В том плане, что типа показан дом, да, только. Ну, блин, ладно, можно и без карты проходить. Я думаю. За угол. Неудобно. И много ли ты украл? Важно не количество, а то, что ты украл. И как именно ты украл? Похоже, камень Примали, который так нужен Басса, лежит в торжественном зале особняка Нордкреста. Там живет барон. Будет непросто. Волнуешься? Да. И тебе того же желаю. Не бойся. Я все сделаю за тебя. Это дело нравится мне все меньше и меньше. Или посветлее сделать. Блин, но Кассанов-то, когда он говорил, вообще было его еле видно. Свет на улице, а города выше так, присутствует, не пугает мирных жителей, если они не боятся за свою жизнь. Совет, если вы будете избегать обнаружения достаточно долго, скорее всего, враги вас... Тут полно стражи. И они не танцевать на летнем фестивале пришли. Там, где много стражи, много стали.
Воры и клинки не очень-то дружат. У меня нет проблем с клинками. Но опять же, я не просто воровка. Спасибо за инфу. Так, пройдите через сады. Опа! Чтобы фонарь сдох прямо на глазах у гостей барона. К тому же без него тут темно. Да они постоянно. И ты не можешь его починить? А вот этот момент FPS падает. 32. Я не знаю, стоит ли смотреть здесь, может улучшение потом я... Или что-то типа того, буду за это все дело покупать. Так, во время движения... Так, нажмите Space во время движения в любую сторону, чтобы сделать... Так, безумно... Так, подойдите к стражнику сзади, пригните, чтобы вас не обнаружили. Ну это я стою, это я пригнулся, так? Так, нажмите Е, так, красть и... Удерживать. Иди сюда. Можешь пойти тихо воровать, слушайте. А, нет. Так, некоторые поверхности, такие как вода, делают звук ваших шагов громче. Нажмите кэш, чтобы идти медленнее и не шуметь. Да ладно, вы знаете, как это долго. Жутко долго. Я тут почти спалил. Это кто там крадется? Серьезно? Вот вы это сейчас серьезно. Я уже не был на воде. Я уже на ступеньках был. Окей. А как мне туда попасть? Лучше так тогда ходить. А, так я еще и палюсь. Окей. Все, смотри, я не в воде. А сейчас сделал нормальный рывок. Алкаш, да? Ну, знаете, типа на микро-микро показываюсь и типа ухожу. Так, водяные стрелы. Восемь. Шесть. Чё так далеко? Так я уже потушил. Странно то, что мне еще показывают это задание. Ты промасленную тряпку не подошьешь. Я тебе покажу, как надо. Если сложить слишком плотно, воздух не будет туда. Стоило самому догадаться. Я ведь и семьи убежал. Вот как? С тех пор, как открылись заводы, вашего брата не видать. Чего? Надо быстро его оглушить. Тихо и не убивай. Сделано.
Да, ты спрятала так? В чем дело? Зачем ты убила стражника? Он был почти твой ровесник. Он был стражником, Гаррет. Ему не повезло. Ты совсем не изменилась, да? Как будто ты никого не убивал. Я не убиваю бездумно и без причины. И не беру за это деньги. Ладно, здесь уже минус пошел в том, что со звуком проблема. Короче, тебе убивать можно, а мне нельзя. Конечно, я понимаю. Зато он не очухается и не пойдет по нашему следу. Когда стражники очухиваются, я обычно уже исчезаю без следа. А ты наследила. А, заебись. На самом деле, знаете, вот я сейчас смотрю этот момент и думаю, когда она очень далеко от нас, да, то она как бы громко говорит, как рядышком. А сейчас что вот? Она хер знает где. Даже страшники, что все походили. А, не, фух. А вот она сейчас была около нас, вот впритык, и типа... Я буду, короче, говорить шепотом. Шепотом. Ну и... Скрыть замок. Если ты так торопишься, может, я пойду первая? На самом деле, это такая игра. Ты меня только задерживаешь. Тебя задерживает эта штука. Так, встретись с Ирой на крыше, избегайте обнаружения. Нажмите, чтобы взять, так, с ящика бутылки, и нажмите О, чтобы взять ее в руки. Так, нажмите Ирой, чтобы отпустить бутылку, так, бросайте недостаточно далеко, а стражников, чтобы они не подняли тревогу. Насколько далеко? Ладно, нолик. Хоп. Прятки играй. Молись, чтобы я тебя не нашел. Хоп. Опа. Вот это что-то дорогое. Это все у меня в голове. В смысле, он теперь здесь ходит, бродит? Я хочу вот эти монетки пособирать. Пускай... А это там ходит. У него нету монеток. Ну го, дойдем хотя бы до куда-то и потом закончим. Чёртовый колокол. Хватит ляпаться вперёд, а то новые сапоги топчут. Сэр, моя девушка хочет познакомить меня с отцом. А он не знает, что я вступил в стражу. Что? Городская стража — это почёт. Видите ли, сэр, он верит в эти гадкие слухи, что мы все продажные. Да неужели? Слушайте, а я могу... Так нас крутил, ублюдка, в бараний рог. Понял? Вот сюда спуститься, нам предлагают наверх пойти. Но мы можем все это дело исследовать. Ага. Добро. Водяная стрела. Мне интересно, затушит ли он этот. Так, восьмерка. Шестерка. А? Что происходит? А? Там что-то похожее на силуэт человека.
Окей. Я думал, меня типа в тени вообще не видно. Я в ящике сохранился. Блин, вот со стрелами вот эта странная работа. Что? Что происходит? Да ладно. Серьезно? Видно, все-таки показалось. Блин, ну я чисто сейчас потрачу еще одну водяную это. Оп. А? Пламя погасло. Как это получилось? Не знаю, как это получилось, но мне нужно текать. Если тут кто-то есть, выходи, я на тебя взгляну. Похоже, ничего серьезного. Тише, тише. Ну, ладно, монетки. Сейчас он пройдет, я пойду в ту сторону. Кто-то сюда проник. Тревога! У меня давно руки чешутся. Правда? То есть мне еще и закрыть нужно ты было. Никуда не денешься, я тут все обыщу. Сука. Ладно, ребят, я, короче, понял, как это все дело происходит. А все дело херово происходит. Мы просто просрали два раза на одном месте. Значит, мне нужно было открыть, забрать, а потом уже все делать как надо. Значит, это панол. Пламя погасло. Как это получилось? Любой огонь когда-нибудь гаснет. Ой, короче, давайте, ребята, так подумал, на этом закончим. Да, ну блин, ну, такие на самом деле странные впечатления. Ладно, давайте на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.